Привет-привет, друзья! Сегодня у нас среда, 12 января. Температура на острове Уайт плюс 7. Достаточно прохладно сегодня, но солнечно. Слава богу, нет дождя. Ну, январь, вообще все зимние месяцы, они довольно дождливые, тоскливые. Единственное, конечно, радует, когда солнышко выходит. Мы с вами погуляем по улицам города Шанклин. Я покажу вам также центр. Мне туда сегодня нужно. И вы знаете, что... Ой, посмотрите, какая березка. Очень красивая здесь, живописная. И вы знаете, что хочу сказать. Обычно я думала, солнечный день, прекрасные съемки. Но иногда, вы знаете, они даже съемкам мешают. И бывает... Более лучшая, качественная съемка получается, когда пасмурно, идет дождь. Вот, может быть, вы тоже это замечали. Иногда, даже зимой, очень красиво смотрятся здесь вот эти садики. Вот поражают иногда вот такие ранние камелии. Посмотрите, это камелия белая. И она уже вовсю цветет. Боже мой, боже мой. Я своим глазам не верю. Мы с вами вышли в центр города Шанклин, друзья. Я сегодня хочу здесь с вами погулять. Я как-то долго остерегалась ходить по центру города. Но, вы знаете, сейчас уже, я думаю, что хватит. Хватит бояться и хватит водить вас по лесам и по паркам. Хочу показать вам так немножечко совсем вот эту вот цветочную лавку. Шикарная, посмотрите, какие здесь. Ай, красивые цветочные композиции. Hello! It's so nice. Can I make a photo for this? Thank you. Но, как обычно, ой, смотрите, какие красивые у них здесь стоят вот эти вазы. Не пойму, на продажу или как. Ну вот, обратите внимание, цена цветов 10 фунтов. А вот это вот замечательный гипиаструм, по-моему, он называется, да? 10 фунтов, очень красивый, луковичный, вот он уже здесь выбросил свои огромные стрелы, будут цветы. Вот этот тоже распространенный кустик, 9 фунтов. Ну, а букеты, конечно, шикарные, но 25 фунтов, 2500, вот 30 фунтов. Ну, если только кто-нибудь подарит, конечно. Вот здесь еще, смотрите, какие красивенькие, миленькие розочки по 5 фунтов. А это вот так вот здорово придумана тележка, и в ней гиацинты, видите, 15 фунтов. И рядом это нарциссы. Мне вот кажется, вы знаете, что англичане, чем они очень хороши, это вот именно вот такими вот композициями, дизайном, украшением, моделированием своих садиков, маленьких палисадничков, своих квартир, конечно же. Ну и, конечно же, магазинов. Ну, это вообще-то специальная такая работа, по-моему, флориста здесь, да? Но все равно согласитесь, что это шикарно. Обожаю хризантемы. Хотя тоже у меня с ними не очень хорошие воспоминания. Запах хризантем такой резкий очень. Ну, не будем о грустном, как говорится. Цветы все равно просто великолепные. Посмотрите, гвоздики. Вот эти очень красивые, посмотрите, тигровые орхидеи, великолепные.
сколько они стоят. Сейчас я попробую найти. Ну вот смотрите, 20 фунтов эти орхидеи. Посмотрите, тигровая лилия. Красота неописуемая. Цикламены здесь очень красивые. Цикламены здесь разных цветов. Но вы знаете, я сколько ни пыталась их купить и принести домой, они у меня всего год жили, потом эти луковицы отмирали, и на следующий год они уже не прорастали как положено. Если кто интересуется, я могу сказать, вот цена на цикламены, пожалуйста, посмотрите. Вот это, так, я даже не знаю, а это опять же гиацинты, тоже 3 штучки, 4 фунта, вот они красавчики, видите, как уже расцвели. И вот 4 луковицы нарциссов, стоят 2 фунта, разноцветный первоцвет, фунт 75. А это еще один магазин мебели. Что-то я зачастила в магазины мебели. Односпальная, двухспальная кровати со скидками. Посмотрите цены. Это 62 фунта, не кровать, это всего лишь вот эта спинка кровати. А цена кровати, вот она, 328 фунтов. Вот такая у нее. Хороший, мягкий, конечно, матрас. Он не memory, но хороший. А двухспальная кровать, посмотрите. Цена 550. Вот такая. Вот здесь 532. Но здесь как-то можно сразу, наверное, вот 454. Вот такая кровать. Цены, да? А вот была 504, теперь скидка. Только я не пойму, это у них она вместе с матрасом или нет. Ну и здесь вот очень симпатичные вот эти вот сразу наборы мебели спальной. 174,75. Вот такой вот шкаф. Комодик маленький, 114,95. И тумбочка 69,50, прикроватная. Можете раздельно покупать, можете все вместе. Цена от этого не меняется. Сейчас зайдем ненадолго вот в этот малюсенький магазинчик. Как вам нравится логарифмическая линейка? Это уже давным-давно не используется. Даже, наверное, наши современные студенты и не знают. Made in USA. А вот эту супер, я обожаю. Посмотрите, подсвечник модерновый. И вот такой вот. Это даже, я не знаю, подсвечник или что. 16,19 фунтов. Класс! Часы, похожее исполнение из цепей велосипедных. Это вот такой, но еще один магазин. Вот такие велосипеды, посмотрите. Классные. Еще один. 10 фунтов. Ой, не знаю, прям отсвечивает. Хотела показать вам эту прелесть. Как мне сказали, что это Елизавета Первая.
Этот магазин мне больше всех понравился. Он антикварный, старинный, и здесь очень много серебра и дорогих вещей. Давайте посмотрим. Такой магазин. Здесь все такие прикольные вязаные вещи. Может быть, кто-то что-то себе возьмет здесь на заметку. Вот это все вязаные шапки. Вот это прикольная, кстати. Знаете, она такая шотландская. Ну вот здесь несколько шапок. Они вообще очень обычные. Тем не менее, это шапка из фетра. Вот еще прикольная шапка, посмотрите. И вот там еще на манекене. И есть даже вязаный купальник. Некоторые магазины открыты, я с вами захожу, а большинство, к сожалению, закрыты. Поэтому мне приходится показывать вам только лишь витринки. Я вам золотую лавку уже показала, ювелирную. А это вот серебряная, посмотрите. Может быть, тоже кому-то интересно. Здесь в основном серебряное украшение. Смотрите цену. И смотрите ассортимент. Вот красивые там стрекозы, бабочки. Это серебро. Цепочки серебряные с кулонами. И всякие кольца, перстни. Здесь еще цепочки. И еще цепочки.